Привет, с вами Вячеслав Долматов, а это новости 2x2. Король хоррор-манги Дзюнзи Ито покоряет Netflix. Стриминговый сервис выкатил мини-трейлер анимешного альманаха «Маньяк». В ролике показывают девушку, у которой из затылка растет жуткая голова-близнец. У нас уже от этого побежали мурашки. А создатель обещает экранизировать 19 страшных историй Ито. Искаженные лица, лавкрафтовские чудовища и атмосфера всеобщего помешательства прилагаются. А тут можно типа усмехнуться немножко? Впервые в истории люди будут сидеть от просмотра аниме. Делимся одной историей успеха со всеми разочарованными инди-разработчиками. Вышел трейлер игры Lost Soul Aside от китайского энтузиаста-одиночки Ян Биня. Скромного автора и его проект заметила Sony, которая с удовольствием занялась изданием игры. И теперь у нас есть проапгрейженная графонистая инди-мечта в духе Devil May Cry и Final Fantasy. А теперь бегом делать свои независимые успешные игры. Средневековая фэнтези от авторов со всего СНГ. Независимая студия Wavelight выпустила трейлер своего анимационного проекта «Феномена». По сюжету паре подростков предстоит остановить межгалактический конфликт с помощью приобретенных суперсил. Героям нужно поверить в себя, а на кону — судьбы мира. Короче, ждем самопальное СНГ-шное аниме. На озвучку, кстати, залетел Петр Гланс. Интересно, позволит ли актеру в какой-то момент выкрикнуть ностальгическое «Испанцы»? Ну а с вами был Вячеслав Долматов. Смотрите 2x2, читайте 2x2 медиа.